Мы продолжаем программу «7 дней». На сессии Госсовета руководитель территориального фонда медицинского страхования зачитала свой доклад со сложными финансовыми и социальными параметрами на татарском языке. Давайте посмотрим фрагмент. Субвенцияның көлемін арттыру, медицина қызметкерлері үш хақын көтеріні, юғары технологиялы медицина ярдамын көрсету түрләрі есімлігін істеме методлар білен толыландырыны, хам онкология ауруларының дәвалауған тұтыла тұрған шығынлар көлемін арттыруны көздеді там. Признаюсь честно, я потрясен. Смогут ли так говорить на татарском языке сегодняшние ученики? В этом я глубоко сомневаюсь. Сомнения возникнут и у вас после нашего следующего репортажа. Представьте себе такую картину. В одном классе за соседними партами сидят учащиеся 11 класса и 1-го. Все изучают один предмет, ну скажем, математику. Такая картина могла быть вполне реальной в условиях малокомплектной сельской школы середины прошлого века. Детей немного, все они разновозрастные. Сельские педагоги, как правило, именно так и преподавали. А если речь идет о современной школе, где якобы созданы все условия для полноценного обучения детей. Как вы думаете, насколько успешно дети освоят урок? По какой программе преподавать учителю? И вообще, как могло такое произойти? Наша съемочная группа на этой неделе провела небольшое расследование. Как оказалось, в некоторых школах Татарстана весьма странным способом решили вопрос преподавания. Нет, сразу успокою, не математики, а родного татарского языка. Дети с разным уровнем знаний оказались за соседними партами. Что же случилось на самом деле? Может, проблема с нехваткой педагогов? Как нам стало известно, за последний год учителей родного языка стало меньше чуть ли не на треть. Так кто теперь работает с детьми и на каких условиях работает, выясняла Эльзира Юзаева. В распоряжение нашей съемочной группы попал весьма любопытный документ. Вот списки учащихся 3 класса средней школы поселка Столбище. Все тут предельно ясно. 8 человек из класса – дети татары, владеющие языком и желающие его в дальнейшем углубленно изучать. Такое же количество детей с минимальным уровнем знаний, но их родители выбрали татарский как родной. В итоге для 16 человек создали одну общую татарскую группу. Детям с разным уровнем знаний и владения языком преподают один и тот же урок начального уровня. Повседневные выражения типа «исенмесес» и «халлярнищек» и основные фразы для базовых потребностей. Если даже татарский, для тебя язык с пеленок. Но у нас школа тоже, поймите, перегружена. Директор школы в такой своеобразной методике не видит ничего крамольного. Такая же ситуация сложилась еще в нескольких классах. Причина, казалось бы, банальная. Школа не в силах предоставить отдельный класс для татароязычных детей. Коих, по словам директора, не так-то и много. Что такое 8 человек? Не 18 и не 20? Стоит ли перекраивать программу для носителей языка? О каком принципе равенства в образовании в этом случае может идти речь? Учителям как? 2 учебника им раздать? 2 разных урока им дать? Это же не те, говорящим не интересно те, которые начинают, а те их не понимают. Это антипедагогический подход. Прошлогодняя зачистка прошла весьма успешно. Теперь осталось только определиться, каким образом все это разгребать. В идеале можно все сложить в одну кучу, что на самом деле и происходит. Так, казалось бы, и волки сыты, и овцы целы. Да и результат такой работы, прям так скажем, налицо. Получается, что школы пошли по пути наименьшего сопротивления? Для кого тогда в Татарстане разрабатывались различные методики преподавания татарского языка? Хотя можно ли назвать обучением то, что происходит в Столбищенской школе? Очевидно, что с одной стороны дети недополучают знания, с другой – учителя теряют часы. Преподавание в том же смешанном 3 классе должны были вести как минимум 2 педагога. Много жалоб тоже от учителей. Они работают по 6 часов, по своей специальности по 12 часов. Это абсолютно незаконно. 18 часов нагрузки должны быть им обеспечены. Говорить о том, что полностью мы сохранили нагрузку, нельзя. Естественно, нагрузка изменилась. Оно изменилось практически у всех. Среди моих коллег были те люди, которые полностью ушли из профессии, либо поменяли
направлении, они стали учителями русского языка, истории, либо уже работают в начальной школе. Вот информация Министерства образования о количестве сокращенных учителей татарского языка. Информация не публичная, совсем не публичная. И понятно почему. В прошлом учебном году в Татарстане работали свыше 5000 учителей. К этому учебному году учителей сократили, внимание, почти на треть. Осталось 3700 человек. Самое большое сокращение учителей татарского языка произошло в Казани, в Набережных Челнах, в Нижнекамске. Также татарских лингвистов стало значительно меньше в Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске и в Чистополе, где учителей татарского языка сократили почти в половину. Никакой катастрофы нет, во-первых. Во-вторых, то, что касается совершенствования знаний, вообще компетенции наших учителей, ведется системная работа. Никакой опасности для системы образования нет. Это официальная позиция главного министерства. Большинство педагогов прошли переподготовку. Тот, кто преподавал раньше татарский, стали учителями русского, географии, труда и даже физкультуры. Благо, что у каждого из них был второй диплом с правом преподавания второго предмета. Что получится из этой чехарды, когда педагогов перебрасывают от одного предмета на другой, это отдельный вопрос для отдельного обсуждения. Но как сложится судьба тех, кому, казалось бы, посчастливилось остаться в системе национального образования? Учителя татарского языка в школах сегодня работают с наименьшей нагрузкой, с минимальным количеством часов. Было 27, а теперь зачастую осталось 9-10 часов. А вероятнее всего, это самая низкая заработная плата в школе. Мунира Садыкова – единственный учитель татарского языка, кто смог отстоять свое законное право в суде. Директор школы в одностороннем порядке, без уведомления, сократил часы преподавания педагога до предельного минимума. Так, что оставалось только собрать свои пожитки и пуститься по миру. Но простой учитель оказался директору не по зубам. Дело было выиграно. Учитель остался в школе преподавать не физкультуру или труд, а именно тот предмет, которому душа лежит. Таких, как Мунира Садыкова, в Татарстане больше нет. И будет ли еще большой вопрос. За последний год из профессии по собственному желанию по меньшей мере ушли 200 учителей татарского языка. Преподавать родной язык сегодня значит не иметь четкого представления ни о своем будущем, ни о будущем своего народа. В 90-х годах, когда правила были примерно такие же, когда татарский язык изучался на добровольной основе, в Казани работало 300 учителей татарского языка и литературы. Показатели будут стремиться к этому числу. Ну вот при такой постановке, конечно, о сохранении родных языков в системе образования есть большие сомнения. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. «Семь дней». Как сохранить свой язык, а значит и свою культуру, будущее своего народа? Что бы такое придумать, чтобы воспрепятствовать растворению своего этноса в глобальном мире? Вот какими вопросами еще живы сегодня национальные регионы страны. И в этих условиях, когда не существует единых для всех правил поведения на этом новом правовом языковом поле, в условиях, когда перед национальными регионами нет яркого примера, ролевой модели территории, где разработана внятная стратегия выживания, каждый регион озабочен созданием своей собственной оптимальной модели. На Татарстан, в национальных республиках страны, привыкли смотреть как на своего рода маяк, указывающий путь в правильном направлении. Но Татарстану, откровенно говоря, сегодня почти нечего предложить в качестве примера. И, честно говоря, нам не лишним будет поучиться у других. В самой южной приграничной республике страны, республике Северная Осетия Алания, еще в прошлом учебном году приступили к реализации так называемой полилингвальной модели образования. Говоря русским языком, это многоязычие. Заметьте, не двуязычие, как это бывает чаще всего. Это некая трехмерная модель развития личности ребенка путем преподавания сразу нескольких языков, как в школах, так и в детских садах. В Осетии это три языка – родной осетинский, русский и английский. В школах с полилингвальной моделью образования вы не можете выбирать.
изучать вашему ребенку родной осетинский язык или нет. Напротив, такие школы – это стопроцентная гарантия того, что ребенок по окончании будет знать все языки, причем в совершенстве. И кроме того, он нисколько не станет менее конкурентоспособным, поскольку русский язык в таких школах, как и осетинский, является одновременно и языком изучения, и языком обучения. Интересна ли нам здесь, в Татарстане, такая модель? На мой взгляд, бесспорно интересна, потому что это уже нечто похожее на стратегию выживания в нынешних сложных условиях. Из Владикавказа Михаил Любимов. А мама сказала: «Кухта, кухта, ац, ац, ац». Воспитатели ясельных и младших групп в этом детском садике Владикавказа говорят только на осетинском языке. А вжак, то есть родной язык, еще с пеленок. Здесь не язык изучения, а язык обучения. И перед нами сейчас лишь первая начальная ступенька лестницы, ведущей к вершине национального самосознания этого народа. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. А это национальная стратегия развития языка и культуры. Русский язык, конечно, тоже обязательно надо, чтобы они владели, знали. Но при этом нужно обязательно сохранить свой язык. А где язык, там и традиции. То есть для нас это очень важно. Этот детский сад, как ни странно это прозвучит, кузница кадров. Одна из 35 дошкольных кузниц, готовящих будущих первоклассников для пока еще только 10 полилингвальных школ Осетии. Тынгаш вышагал первые признаки жизни. Это дыхание. Тынгаш. Вдох, тынгаш, уловка. Вот одна из них – Аланская гимназия Владикавказа. Перед нами начальные классы. Здесь осетинский снова не предмет, а язык обучения. Но это не национальная школа в хрестоматийном нашем понимании подобных заведений. И вот почему. Модель, которая разрабатывалась в республике 15 долгих лет и была уже неоднократно апробирована, состоит вот в чем. В первых двух классах полилингвальных школ обучение ведется на осетинском языке. Русский здесь лишь предмет. Начиная с третьего и до пятого класса постепенно вводится русский язык, так же, как язык обучения. Если посмотреть на эти специфические учебники, можно увидеть, как материал дается на осетинском, но закрепляется и повторяется уже на русском языке. Два языка здесь абсолютно равноценны, и в средних классах дети уже владеют ими одинаково свободно. С пятого класса обучение переводится на русский язык. За исключением нескольких предметов, таких как осетинский язык и литература, музыка, изобразительное искусство, история Осетии, география Осетии, традиционная культура Осетии. Эти предметы не заканчиваются экзаменами, и по ним нет ЕГЭ, что могло бы вызвать беспокойство родителей. Эта модель полилингвальна, а не двуязычна, просто потому, что иностранный язык в таких школах, во-первых, уже с первого класса, во-вторых, неотъемлемая часть этого трехмерного многоязычного мультикультурного пространства. Полилингвальная модель – это стратегия создания человека с самым широким восприятием мира, в основе которого национальное достоинство – и национальная идея, если хотите. Я думаю, что такая необходимость – это запрос не только от родителей, это запрос в целом времени, наверное, потому что есть вещи, которые хотелось бы не потерять. Вот такие школы, я думаю, что для каждой нации это действительно спасительные ласточки. Когда мы сегодня спрашиваем наших 17-летних детей, выпускников школ, почему же они так плохо владеют математикой? Мы забываем о том, что 11 лет назад, когда они пришли в первый класс, мы их начали учить на русском языке, когда они еще и не говорили на нем, когда они с трудом еще понимали. Сейчас они прекрасно владеют русским языком, причина затушевалась. Поэтому правильный выбор языков обучения, их алгоритм, существенным образом повышает качество общего образования. Вы представляете, какой у него будет литературный осетинский язык? Это будут те поколения, из которых мы получим новых осетинских писателей, драматургов, поэтов, журналистов и так далее. Новую осетинскую культурную интеллигенцию.
Начав, как водится, с нуля, в Осетии довели количество полилингвальных школ уже до 10. В следующем году их будет вдвое больше. Еще через год втрое больше, чем сегодня. Цель – перевести половину всех школ республики на эту модель. И нам, конечно, интересно, как в Осетии обходят эти непростые пороги на пути в гигантское море культур, не растворяясь в нем, а лишь обогащая его. И вот об этом в следующий раз. Михаил Любимов и Андрей Мохов, 7 дней, Владикавказ, Республика Северная Осетия, Алания. Конечно, мы не можем у себя в республике, так скажем, заморозить ситуацию с изучением родного языка на нынешнем уровне. Она ведет фактически к деградации национального образования, к потере сначала языка, а потом и культуры многонационального народа России. И здесь мне трудно не согласиться с советником главы Осетии, который выразил в интервью нашему каналу очень правильную мысль. Давайте послушаем. Если кампания по денационализации, по деэтнизации, которая сейчас началась, увенчается успехом, и новые поколения в течение 10, 15, 20 лет действительно превратятся вот в этих манкуртов-маргиналов, то вместе с концом этого эксперимента наступит конец этой страны. Потому что эта страна потеряет свой интеллектуальный, духовный, культурный потенциал.